Детский сад номер 11 в Тирасполе «Капитошка» возведен на месте существующего детсада, построенного еще в 1964 году. Общая площадь объекта составила 3000 квадратных метров, площадь застройки – 800 квадратных метров. Детский сад рассчитан на 200 мест. В этом дошкольном учреждении будут воспитываться дети, проживающие в микрорайоне Западный и поселке Новотираспольский. Здесь соблюдены современные технологии строительства и усилена безопасность. Открытие нового детского сада позволило решить проблему большого количества детей в группах. Детский сад «Капитошка» сдан в эксплуатацию 1 июня этого года.